Октябрь – это месяц праздник. Многие жители Мариэл уже начали запасаться подарками. Они могут быть как дорогими, так и бюджетными. Главное, к делу подходить с энтузиазмом. Сегодня в рубрике «Сделано в Мариэл» мы расскажем о том, как сделать подарки, которые точно придутся по вкусу многим. Елена, не за горами Новый год. У вас появилась в салоне новая новогодняя студия. Какие услуги предлагаете? Да, мы приглашаем всех в нашу новогоднюю фотостудию. Мы можем предложить три варианта аренды этой фотостудии. Первый вариант, что все любители фотографироваться могут прийти даже самыми обычными фотоаппаратами и воспользоваться услугами этой фотостудии. Второй вариант, вы можете прийти уже со своим профессиональным фотографом. Я уже уверена, что он воспользуется полностью нашим профессиональным оборудованием, и вы уже получите более профессиональные снимки. Возможен и третий вариант. Фотосессия, как говорят в ремонте, под ключ. Она включает и аренду фотостудии, и услуги местного фотографа. В этом случае с собой вам необходимо прихватить только улыбки и хорошее настроение. Фото в праздничном антураже – новый тренд современных семейных альбомов. Декораторы отмечают, что красота любой студии, а тем более предновогодней, в деталях. Каждую можно разглядывать часами. Свечи, куклы, новогодние украшения, символы предстоящего года. Здесь их до полусотни. Большие и маленькие, яркие и не очень. Они создают по-настоящему сказочный интерьер. Фотографы говорят, полдела сделано, когда в студии хороший свет. Снимки, сделанные в таких условиях, и насыщены, и контрастны. Самые лучшие кадры, которые вы можете выбрать сами, обработают, подкорректируют и распечатают в том формате, который вам необходим. Дальше дело за воображением. Полученные фотографии можно поставить в готовую рамку или, к примеру, сделать из нее настоящую картину, подобрав соответствующий багет. Скоро Новый год, и мы решили подготовиться к этому празднику заранее. Вот. Нужно всем родителям, родственникам выбрать подарки. Вот. А как говорится, лучший подарок – это книга. Но книгу мы решили не дарить, а решили подойти к этому вопросу немного творчески. Вот. И решили подарить всем календари с нашими фотографиями. Вот. Пришли, заказали, сфотографировали, все быстро напечатали, сделали багет. В общем, все будут довольны, я надеюсь. На сегодняшний день очень популярны становятся рамки и коллажи. Что они из себя представляют? Это набор рамок, все они сведены в большую одну красивую раму. Мы сегодня уже не так часто печатаем фотографии, согласитесь, да, и мы все копим на флешках, на дисках, в компьютере. И эта рамка нам как раз позволяет собрать все самые яркие моменты в течение года и создать красивую картинку. Еще одним подарком может быть и рамка в виде дерева. Мы их называем родословными. Они прекрасно украсят любой интерьер. Ну и отличным подарком может стать часы-будильник с изображением ребенка, взрослого, любимого, друга, кого угодно. То есть часы получаются с именной фотографией. Конечно, до Нового года еще есть время, но специалисты советуют, чтобы избежать суеты и очередей, определиться с подарками уже сейчас. Тот, кто хочет по-настоящему удивить близких, печатают фотографии на холсте с уникальной имитацией живописи. Незаменимым подарком, сделанным своими руками, вышивкам, картинам и даже папирусам, окончательный вид придаст обрамление багетам. К тому же фотографии придадут эксклюзивность календарям, часам, кружкам. В том случае, если у вас за год накопилось немало фотографий, сделанных, к примеру, в школе, в детском саду или дома в семейном кругу, можно оформить фотокнигу. Дизайнеры цифрового фотоэкспресса Коника Минольта говорят, такие подарки будут не только оригинальными, но и яркими, ведь все фотографии распечатываются на современной цифровой лаборатории Норицу. Посмотреть образцы и получить подробную консультацию вы можете в Самбатхее в цифровом фотоэкспрессе Коника Минольта. Выбор новогоднего подарка – дело, конечно, непростое. Успех гарантирован, если получать удовольствие от процесса.